на участках Житосуской области сейчас сверяют и подбивают все списки избирателей. Сюда, кстати, уже прибывают международные наблюдатели. Со мной на прямой связи сейчас мой коллега Азат Жумаханов. Азат, добрый вечер. Расскажите подробнее, как идет подготовка в вашем регионе? Приветствую, коллеги. Хочу отметить, что жители нашего региона впервые примут в предстоящих президентских выборах в качестве жителей новой Житосуской области. В целом подготовка к политическому событию идет весьма активно. Так, по данным территориальной избирательной комиссии, по области насчитывается более 445 тысяч граждан, имеющих право голоса. Для них будут работать 447 избирательных участка, из них 29 с ограниченным доступом. В день голосования планируют организовать 24 автомашины службы инватакси для доставки граждан с инвалидностью на избирательные участки. К тому же для их удобства непосредственно на местах будут работать опытные сурдопереводчики. На сегодняшний день в Талдыкурган прибыло уже два наблюдателя из ОБСЕ. В целом в день выборов в Житосускую область ожидается визит более 10 иностранных наблюдателей. На самих избирательных участках будут работать около 3000 членов комиссии. Все они прошли спецобучение. От каждого кандидата на местах будут принимать участие более 1000 доверенных лиц. В целом такая ситуация на сегодняшний день наблюдается в Житосускую области. Студия. Азат, спасибо вам.